Повышение возраста выхода на пенсию продлится до 2028 года. Мужчины будут выходить на страховую пенсию по старости в 65 лет, женщины в 60. Но если они не менее 15 лет отработают на Колыме и будут иметь страховой стаж не менее 25 лет у мужчин, 20 у женщин, то у них появится право выйти на пенсию на 5 лет раньше указанного возраста. Для женщин, родивших двух и более детей и имеющих не менее 12 лет работы на севере и 20 лет страхового стажа, возраст выхода на пенсию остается прежним – 50 лет. С июля по декабрь этого года колымчане могут обратиться за назначением пенсии, если им исполнится 56 лет и 6 месяцев мужчинам и 51 год и 6 месяцев женщинам.